Привет, и мы продолжаем игру зомби цунами. Попросили вот подписчики надеть стильную птицу-бомбу и обычную птицу-бомбу. Ну что же, друзья, исполнил я ваше желание. Кроме того, друзья, сегодня будем еще одевать разных птиц-зомби по ваших комментариях и отзывам. Кроме того, конечно же, будем открывать 5 ящиков с яйцами и передавать приветы. Ну что, бежим пока, друзья, вот такой вот интересной толпой. 5 зомби у нас пока уже есть. Неплохая команда. Ну что же, вот 6-й добавился. Ой, смотрите, как здорово превратила птица-бомба монетки. К сожалению, не хватает зомбиков, чтобы перевернуть. И вот, друзья, здорово удалось нам выполнить какое-то условие. Отлично. Ой-ой-ой, немножко не вписались. Вот, попали наши зомбики в аварии, и одного мы потеряли. Ну, ничего страшного. Итак, друзья, ой-ой-ой, какая авария. Отлично, друзья. И берем особый бонус голд. В прошлой части, друзья, мы вот его взяли. Ага, и он превращает все в золото. Очень классный вот такой вот интересный бонус. Очень прикольный, когда вот касается и бомб, либо машинок, и все превращается в золото. Смотрите, вот я вначале забыл, друзья, ой-ой-ой, и к сожалению, ой-ой-ой, друзья, и да, удалось увернуться, не хватило зомбиков, чтобы перевернуть автобус, чтобы перевернуть танк, ну ничего страшного. Итак, друзья, бежим пока вперед. Ой-ой-ой, здорово. Множество монеток. Жаль, что только, друзья, не хватило зомбиков, чтобы переворачивать вот эти машинки. Ну и танк, и автобус. Ну ничего страшного. Вот хорошая толпа. Давайте-ка мы аккуратненько будем стараться беречь наших зомбиков. Возможно, друзья, еще сможем мы перевернуть машины. Сможем перевернуть еще другие транспортные средства. Ну посмотрим. Так, ой-ой-ой, не удалось, друзья, уклониться. Ох-ох-ох, немножко зомбиков я потерял. И да, друзья, добрались до следующего бонуса. И следующий супер бонус — это у нас цунами. Ну что же, отлично. Итак, на вредные волны наши зомбики плывут. Сбивают всевозможные интересности. Отлично, собирают людей. Ну что же, здорово. Итак, куда мы сможем с вами доплыть? Неплохо. Вот такая вот хорошая команда. 10 зомби. Маловато, чтобы перевернуть самолетик. Но тем не менее, здорово двигаемся. Ой-ой-ой. И да, можем уже перевернуть вот автобус. Отлично. Поглотили толпу людей. И наших зомбиков уже 15. Очень здорово. Перепрыгиваем дальше. Ой-ой-ой. Попали под бомбу. Но ничего страшного. И да, вот так здорово выручает зомби-птица-бомба. Вот, превращает бомбы в монетки. Вот, смотрите, как было здорово. И добрались мы, друзья, до 3-го супер-бонуса. И наши зомбики превращаются в шариков. Отлично. Ох, как здорово, друзья, сколько монет собрано. Ой-ой-ой, зацепил бомбу. Да, немножко неудобно вот этими баллонами, но смотрите, как здорово они пролетают над всевозможными препятствиями. Ну что же, здорово. И да, ой-ой-ой, попали, друзья, на бомбы. И здесь еще куча машин. Ага, вот могли, кстати, перевернуть. Итак, давайте-ка я попробую как-то пробежаться вот здесь. Ой-ой-ой, сколько аварий. Бедные зомбики попали вот в аварии. Ой-ой-ой. И плюс машины. Ох-ох-ох. Очень-очень непросто нашим зомбикам попасть. Ну и вот как-то так получилось. Ну что же, здорово. Собрали мы 35 мозгов. Собрали вот 200 чем-то монеток. Отлично. Итак, друзья, мы на 18 уровне. Давайте-ка вот выполним вот это задание. Наполним колбочку. И у нас задание получите... 4-й бонус, остался один. Так, купите группу людей в магазине. И что-то как никак я не могу зайти, чтобы выполнить средний бонус. Итак, купите группу людей в магазине. Ну, это самое простое задание. Давайте-ка я сразу же его выполню. Купить группу людей. Вот. Собрали достаточно мы денежек, поэтому вот здорово все у нас получилось. Ну что же, а сейчас, как я говорил, давайте-ка, друзья, передадим приветы и будем покупать зомби-птицы. Итак, друзья, большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. И кроме того, конечно же, особый привет Насте Простяковой и ее брату Никите Аксенюку, Артему Сивову, Насте Амосовой, Егору Егорову, Федьке Дарье,
подписчика с интересным ником в гостях у Дэна и Ирине Полухиной. Друзья, большущий вам привет от наших зомбики и от меня лично. Кроме того, друзья, сегодня мы будем одевать, вот попросили подписчики сделать 4 комбинации. Бомба и стильная птица-бомба, зомби-птица-бомба, что я и сделал. Зомби-птица-мозг и робот тоже сделаем. Зомби-птица-дикий птеродактиль плюс великан. И еще зомби-робот и зомби-птица-большая фея. Ну что ж, друзья, все это мы сегодня сделаем. Ну а сейчас давайте-ка купим ящик и посмотрим, что же за зомби-птица сегодня попадется. Отлично, отлично, вскрываю, и попалась зомби-птица Панк. Ну что же. И да, да, друзья, сегодня получится, друзья, нам сделать объединение. Итак, я посмотрю, сколько уже у нас зомби-птиц. По трое. Вот. По трое. Да, сможем, друзья, мы объединить Панка и зомби-птицу-фею. Ну давайте-ка я пока еще открою несколько ящиков, посмотрим. И это у нас второй ящик. И да, супер, друзья, попалось супер яйцо. Давайте-ка мы его откроем. Ого, ничего себе, друзья, попалась новая птица. Мне еще такой не было. Бонус. Зомби-птица, коробка. У вас новая птица. Продлевает бонус на 4 секунды. Супер. Вот такая вот необычная птица. Вот, супер. Который продлевает бонусы. Что же, друзья, пишите в комментариях, если вам эта птица понравится, мы ее наденем. Отлично. Ну вот, друзья, два ящика уже открыли. Давайте-ка еще посмотрим, что же в третьем ящике у нас попадет. И еще супер яйцо. Ничего себе. Вот так здорово, друзья, попало дается еще зомби-птица-робот. Очень хорошо. И у нас уже две зомби-птицы-робот. Отлично. Открываем, друзья, четвертый ящик. Посмотрим, что же получится у нас. И опять, друзья, есть птеродактиль. Ну что же, по-моему, уже нет, только два птеродактиля. В прошлых частях мы ее объединили и уже, получается, использовали этих птеродактилей. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка я попробую еще открыть какую-то коробку и посмотрим. И попалось, друзья, классическое яйцо. И еще попалась зомби-птица Панк. Ну что же, замечательно, друзья. Можем мы произвести объединение. Давайте-ка это и сделаем. Выберем зомби-птицу Панк и зомби-птицу Фею. Итак, объединим за 500 монеток и посмотрим, что же из этого получится. А получится какое-то необычное яйцо. Вот такой вот супер. Отлично. Ну что же, открываем. Открываем яйцо. И ничего себе, друзья. И попалась вторая бонус зомби-птица коробка. Ну вот, замечательно, друзья. Отлично. Здорово. Вот такая вот сегодня попалась две необычные зомби-птицы. И уже смотрите, какая у нас хорошая коллекция. Вот. Зомби-птица нищий, которая приносит монетки. Зомби-птица-бомба, которая превращает монеты в бомбы. Зомби-птица Панк превращает 5% машину монеты. Птеродактиль приносит людей. Зомби-птица оживляет зомбиков. Еще зомби-птица банкир вот, бросает монетки. Зомби-птица коробка, как я понял, вот, удлиняет бонус на 5 секунд. Зомби-птица робот вот каждые 20 секунд стреляет из лазера, уничтожая объекты. Тоже очень прикольно. Ну вот зомби-птица гигантская фея 100% шанс вызвать двух ангелов в конце игры, ну и спасти наших зомбиков, вот так. Кроме того, друзья, у нас есть две гипер зомби-птицы. Это зомби-птица Старый Мудрый Мозг и зомби-птица Великан. И еще дикий птеродактиль. Ультра тоже у нас, друзья, есть уже две птицы. Это стильная зомби-птица Бомба и зомби-птица Панк-Авиатор. Ну что же, друзья, пишите в комментариях, какую комбинацию надевать в следующих видео. А как я говорил, сейчас мы наденем мозг и робот. Попросили наши подписчики вот сделать такой интересный. Итак, зомби-птица Старый Мудрый Мозг. Наденем-ка мы, друзья. И плюс робот. Отлично, где же наш робот? Вот он. Давайте-ка наденем прикид и посмотрим, что из этого получится. Ну, здорово, друзья. Вот такая вот интересная комбинация. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы отправимся с нашими зомбиками вперед и посмотрим, как сработает это
комбинации. Итак, друзья, секундочку, давайте-ка посмотрю, какое у нас было задание. Вот задача. Ага, группу людей мы купили, но вот пока не можем сработать вот этот бонус, нужно, друзья, пробежаться. Ну что же, вперед, друзья, побежали с зомби-птицей робот и с мозгами, посмотрим, как же нашим зомбикам удастся пробежаться. Ну вот, множество мини-монеток, собираем, отлично, неплохо, очень хорошо бежим. Вот так, да, уничтожает робот машинку. И вот еще несколько человек добавляется к нашему отряду зомби. И вот смотрите, друзья, вот начало игры. У нас уже такая хорошая толпа из 8 зомби. Можем уже переворачивать автобус, конечно, если попадется. Ну вот, машинки без проблем разрушаем. Вот плюс еще робот помогает. О-о-о-о. Как здорово, друзья. Смотрите, уже 12 зомби у нас. И плюс еще вот парашютист. Ну что же, очень-очень хороший отряд. Вот. Начало. А все больше и больше, друзья, этот отряд мне нравится. И да, друзья. Берем мы супер бонус УФО. Вот так. Разрушаем плюс еще автобус. Ну что же, замечательно. И наших зомбиков уже 17-19. Ой-ой-ой, что-то часть упала в пропасть. Не нужно так делать. Нужно экономить зомбиков. Итак, здорово срабатывает УФО. Клонирую, друзья, наших зомбиков. Отлично. Вот, берем еще парашютиста. Неплохо. Стараемся не попадать на зомбики. И да, переворачиваем одного танка, второго. Отлично. Вот, и 25 зомби уже у нас. Ну что же, очень-очень прикольная толпа. Отлично. Вот часть, конечно же, упала. Ой-ой-ой-ой-ой, как было обидно, друзья. Вот какой-то образовался провал, и часть наших, большая часть зомби просто упала в пропасть. А-а-а! Вот как это получилось, непонятно, друзья. Но вот как-то наши зомбики, бедняжечки, упали. Ну что же, друзья, пока возьму вот я эти бонусы, возможно, даже перейдем с вами на 19 уровень. Нет, немножко не хватило. Итак, какое у нас задание? Прокатитесь близко к земле, шаре 10 раз. Ага. Еще имейте в наличии 2 зомби в шляпе. Ну что же, попробуем, друзья, выполнить вот эти задания. А сейчас, друзья, я возьму вот большого птеродактиля и птицу великана. Ага, вот, открываем мы лотерейного билетик. Вот, ничего себе, 1500 монет. Ну супер. То есть монет, друзья, вот накопили довольно-таки много. То есть осталось только их тратить. Ну что же, тратить это всегда проще. Итак, друзья, иду в магазин, выбираю 2 зомби-птицы. Это большой птеродактиль и великан. Так, нам нужен большой птеродактиль. Дикий, вернее, птеродактиль, вот он. Давайте-ка я надену прикид. И еще, друзья, возьму птицу великана. Вот она, зомби-птица великан. Почему она великан? Хотя она меньше, вот, меньше других птиц. Но вот дает она 20% шанса получить 3 монеты за каждого побежденного человека. Ну что же, вперед, друзья. Вот такая вот интересная команда. Попробуем, друзья, сейчас выполнить еще вот эти задачи. Вот, если выпадет шар, бонус шар, мы попробуем вот под низ прокатиться и попробуем, конечно же, постараемся, чтобы попало 2 зомбиков в шляпе. Ну вот, смотрите, и сразу же вот сработал бонус. Отлично, вот жаль, не хватает зомбика, чтобы перевернуть машинку. Ну вот, смотрите, как здорово приносит дикий птеродактиль к нам человека, и наших зомбиков уже 4, и можем спокойненько переворачивать машинки. Ну что же, приятно. Отлично, и причем, вот вы заметили, друзья, как забавно, дикий птеродактиль просто приносит зубах и держит, а наши зомбики уже подпрыгивают и ловят человека. Ну что же, забавно. Итак, друзья, продолжаем игру. Вот, и так, хороший отряд из 10 зомби, друзья, еще немножко и сможем переворачивать танк. А пока вот сможем переворачивать только автобус. И вот, смотрите, опять принес дикий птеродактиль нам человека. Ну что же, интересно, прикольно. Итак, перепрыгиваем всевозможные. И да, друзья, добрались до супербонуса цунами.
Давайте-ка пробежимся. Ой, как здорово. Разрушаем, разрушаем все возможные объекты. Отлично, неплохо, здорово. Бежим, бежим, бежим. И машинки, и всевозможные бомбы. И что здорово, не наносит нашим зомбикам урон, а только зомбики наши добавляются к отряду. И наших зомби уже 19. Очень хороший отряд. Вот, 18-17, часть упала. И как попали неудачно в аварию. Тем не менее, друзья, бежим отрядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, перепрыгиваем. Ну что-то досталось нашим зомбикам. И вот, прорядили, друзья, отряд. И вот, друзья, наши зомби превращаются в гиганта Z. Ну вот, отлично, перепрыгиваем вот так. О, хорошо, хорошо, неплохо. Вот, здорово, отлично. И еще вот так. Ай-яй-яй, ух, чуть-чуть-чуть-чуть, друзья, это было опасно. Тем не менее, друзья, удалось, друзья, нам вот перепрыгнуть вот эти неприятные провалы. Отлично, бежим дальше, вот так, здорово, перепрыгиваем. Ой-ой-ой, как наши бедные зомбики попали вот под раздачу. И да, бежим дальше, вот так, супер. Вот собираем монетки, хороший отряд. Отлично, и да, удалось перепрыгнуть провал. Бежим дальше. Ой-ой-ой, как было опасно. И прыгаем. Вот так, да. Удалось, друзья, справиться. Перепрыгиваем дальше. Нужно. И вот, можем перевернуть машинку. Что-то уж очень сильно, друзья, убыстрилось. Все, тем не менее, бежим. И да, друзья, добрались до супербонуса баллон. Вот, отлично. Вот, есть возможность, друзья, сегодня выполнить условия. Вот нужно прокатиться близко к земле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, вот так. Ну что ж, неплохо. Отлично. Перепрыгиваем вот так. Ой-ой-ой-ой. Сколько бомб. И как-то вот так, друзья, получилось. Очень было много бомб. И наши бедные зомбики попались. Как-то вот так. Ну что же, друзья, вот очень близко к земле я прокатился шариками. Видите, вот из 10 раз осталось 5. Вот двух зомбика нам удалось выиграть в шляпе. Ну что же, возьмем бонус и, возможно, перейдем на 19 уровень. Нет, не хватает. Еще, друзья, открылась новая задача. Взорвите 3 бомбы в эпизоде Рашмар. 3 осталось. Ну что же, друзья, надену я последнюю птичку. И это птица-робот и большая фея. Пробежимся. И на этом, друзья, уже будем заканчивать видео. Ну что же, здорово. Итак, захожу, друзья, я вот в магазин. Выбираю зомби-птицу-робот и большую фею. Вот она. Давайте-ка наденем. И еще, конечно же, большую зомби-птицу-фею. Ну вот, здорово, друзья. Вот, будет оживлять она наших зомбиков. Ну, по крайней мере, будет большой шанс оживить. Отлично. Неплохо. Ну что же, вперед, друзья. Давайте-ка попробуем сыграть. И постараемся здорово и далеко пробежать. Ну, конечно же, пособирать побольше монеток. Вот, сделать наш отряд побольше. Ну и, конечно же, вот, постараемся, друзья, вот, чтобы наш отряд подольше продержался. Вот собрать побольше мозгов, побольше монеток. Ну, увидим, что у нас получится. Итак, друзья, вперед. Бежим отрядом. Постараемся не падать в пропасти. Вот хороший довольно-таки отряд из 7 зомби. Вот 8 добавится. Аккуратненько перепрыгиваем бомбы. И да, можем мы уже переворачивать автобус. Неплохо. Плюс корзины. Вот будет страховать нас, если что, робот. Если даже мало зомбиков будет, он сможет либо самолетик, либо вот танк, либо и вертолет. Ну, в принципе, очень здорово нравится мне наша вот эта зомби-птица-робот. Смотрите, как здорово бежим. По сути, начало уровня, и нас уже 16 зомби. И вот, как проявился зомби-бонус УФО. Отлично, НЛО клонирует наших зомбиков. Итак, отряд неплохой. 19 зомби, ну вот, немножко сократился. Ну, ничего страшного. Сейчас, я думаю, еще сработает. И да, вот так здорово, друзья, разрушили самолетик.
22 зомби. Ну что же, очень классный, очень прикольный отряд. И осторожно, друзья, вот была какая-то препятствие, и вот можем, друзья, без проблем переворачивать танк. Ну что же, супер, бежим дальше, перепрыгиваем через неприятности, уклоняемся от машинок, ловим вредных вот этих парашютистов. Ну что же, замечательно. Итак, друзья, здорово перепрыгнули, поглотили человека, осторожненько бомба, да, друзья, удалось нам выполнить множество условий. Отлично, и переворачиваем танк, переворачиваем машинку, ну что же, здорово. И да, прыжок через вот эти провалы, через препятствия. Ну что же, и добрались, друзья, еще до одного босса. Вот, отлично, вот превращаемся в дракона. Вот, супер. И да, у нашего дракона есть способность, он дышит огнем, но почему-то, друзья, не всегда. Ой-ой-ой, и пробуем, да, танка перевернули, вот, супер, вот. И да, еще и самолетика наши зомби перевернули. Ну что же, замечательно. Итак, прыжок. 17 зомби есть. Ой-ой-ой, сколько множества бомб. Ну что же, неплохой отряд. Вот так, движемся дальше, друзья. Отлично. Ой-ой-ой, попадаем под бомбы. Ой-ой-ой, вот как-то вот так. Ну что же, тем не менее, друзья, 8 зомби у нас есть. Вот, продолжаем движение. Ой-ой-ой, сколько аварий, бедненькие зомби попадают. О-хо-хо-хо-хо-хо, как неприятно. Итак, бежим дальше, уклоняемся от бомб. Ой-ой-ой, не можем мы перевернуть танк. Но берем, друзья, супер бонус УФО. Вот, супер, отлично, поглотили человека, склонировали какого-то кого-то. Здорово, ой-ой-ой-ой-ой, друзья, чуть-чуть не попали в аварию. И множество бомб. Ну, вот, срабатывает НЛО. Планировало людей буквально в последнюю минуту. Вот, неплохой отряд. Кроме того, друзья, возможно, еще вот справится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Ой-ой-ой. И вот как-то вот так получилось. Итак, сработает ли наша зомби-птица фея? Да. Вот, друзья, воскрешает двух зомбиков. Неплохо. И попробуем, друзья, еще дальше пробежаться. Итак, бежим. Ай-яй-яй-яй. Ну, как-то вот слишком рано я прыгнул, и как-то вот так получилось. Ну что же, берем супер бонус. И да, друзья. И удается нам перейти на новый уровень. И вот какой-то интересная плюшка нас раскрыла. Давайте-ка посмотрим. Вот 300 монеток нам подарили. Ну что же, неплохо. Давайте-ка посмотрим, что это нам подарили. Вот собрали 66 мозгов. И можем, друзья, еще вот выиграли лотерейный билетик. 200 монеток плюс монетные бомбы. Супер! Отлично. Итак, что же у нас открылось в магазине? Давайте-ка посмотрим. Бонус 10 секундами расширенный. Ну что же, отлично. Ого, 4500. Хорошо, друзья, что мы сэкономили деньги. Вот удается купить вот этот бонус. Отлично, ну и в следующих частях вы увидите, как этот бонус работает. А пока, друзья, мы на этом прощаемся. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно, чтобы не пропустить ни одной серии, в правом верхнем углу нажимайте на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Кроме того, друзья, пишите в комментариях, какую комбинацию зомби-птиц вы хотите увидеть в следующем видео. Итак, у нас есть зомби-птица нищий, зомби-птица бомба, зомби-птица панк, пиродактиль, зомби-птица фея, зомби-птица банкир, бонус зомби-птица коробка, зомби-птица робот, зомби-птица гигантская фея. Кроме того, еще есть зомби-птица старый мудрый мозг, зомби-птица великан, дикий птеродактиль, из ультр сильная зомби-птица бомба и зомби-птица панк-авиатор. Но легенд пока, друзья, не попало. Ну что же, мы на этом пока прощаемся. Всем пока-пока, до новых встреч!